Тетяна Сергійчик, Миколай Соболєв, Новин Регіон. Гран-при 10-го фестивалю «Золотий голос России» отримала могилевская співачка, лауреат республиканских и международных конкурсов Уляна Шилах. Ладился фестиваль у Королевской зале телецентра Останкина у Москве. Удельниками конкурсу стали вокалисты из разных кутков СНД, которые прошли попередний отбор компетентного жюри. А потом демонстрировали свое майстерство перед такими зорками сцены, как Любовь Казарновская, Марина Девятова, Анжелика Гурбаш, Сати Казанова. Фестиваль поделялся на 10 блоков. Уляна Шилах трапила у команду популярных российской спевашки, народной артистки Чеченской республики Сахдеяны. Каждый артист в своем блоке выбирал победителя. Вот. И если артист захочет, понравилась песня, он может с тобой спеть дуэтом. Это как бы еще один такой подарок. Вот. Но в моем блоке получилось, что как бы я понравилась, 11 баллов получила, и еще одна девушка из Уфы. Вот. И Сагдиана согласилась. Мы пели одну песню «Птица без крыла». И получилось целое трио в итоге. Лаука, пример.